Арсенал словно профессионального разбойника находился у дзержинского пенсионера. И 2 марта 2017 года пожилой мужчина пустил оружие в ход. Как стало известно, в квартире пенсионера произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал снаряжение и произвел несколько выстрелов. Полицейские прибыли в квартиру мужчины после сообщения о стрельбе. И на месте происшествия они обнаружили незарегистрированное оружие и боеприпасов, среди которых были и 8 пистолетов, и 3 револьвера, пневматическая винтовка и различные патроны. Все это было изъято и направлено на исследование. С таким количеством огнестрельного и холодного оружия можно было совершить немало. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что найденные предметы не зарегистрированы. Пенсионер заявил, что уже с 2000 года собирает коллекцию нелегального вооружения. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время эксперты управления МВД России по городу Дзержинску исследуют изъятое. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов». Следствие ведется, изъятое находится на экспертизе. Справедливости ради необходимо отметить, что пенсионеру грозит до 4 лет лишения свободы.